Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые прекрасные на свете зрители! Накануне Нового года меня пригласили друзья в Московский театр мюзикла. И мы решили встретиться пораньше и пройтись по центру праздничной Москвы. Световые инсталляции поражают своей красотой. Это итальянские арки, студия Фести. А бокалы с шампанским точно такие же, как на Елисейских полях, так как их делала одна и та же фирма. Сегодня ежедневно невероятный, загадочный, блистательный, неповторимый мистер Икс. Программка начинается со слов дочери Имры Кальмана. Я рада приветствовать вас в Московском театре мюзикла на шоу «Принцесса цирка» в шедевре моего отца Имры Кальмана. Сегодня вы увидите, как впервые в истории этой оперетты осуществилась мечта моего отца в сочетании цирка и драматического театра на одной сцене. Эта молодая и талантливая постановка объединяет в себе романтику, юмор, не забывая сердце и душу. Самое важное в работе моего отца. Ивон Кальмана. Акробат, со смертью играю, смелый терзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Бархатных ложек там и тихо вздохнут. Скажут, ну что же, храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же, пусть меня так зовут. Господа.
Вас не любит оперетту. Музыку Кальмана, мне кажется, невозможно не любить. Она способна создать атмосферу праздника, какой-то иной жизни. И когда наряду с романтикой, даже с какими-то небольшими трагическими моментами, в ней всегда много юмора. Чего только стоят дуэты Каролины и Пеликана. Они не только поднимают настроение, но и вызывают улыбку. А я очень хорошо помню, когда в роли Каролины была Гликерия Богданова-Чеснокова. Артистки РСФСР. Чтоб все влюбленные стремились сюда. Если кто-нибудь влюблен в кого-нибудь, в наш уголок им надо вместе заглянуть. Наш зеленый попугай для влюбленных просто рай. Здесь вино и фрукты, и цветы выбирай. От любви лекарства нет, конечно, так влюбиться может и богат. Шутками, а Ефим Шифрин – один из главных злодеев мюзикла. Роль написана специально для него. Ведь я же славный сам, на самом деле. Я душка, а этот человек нехороший. На самом деле все неприятные на мне. К сожалению. Злодеев, интриг, обмана и предательства в мюзикле хватает. Но любовь, как это обычно бывает, побеждает все. Это моя история про Теодору Вердье, которая встречает заслуженную настоящую любовь. Сначала не осознает, но потом в полной мере познает это счастье. Главное действующее лицо здесь все-таки цирк. И именно цирковые трюки срывают большую часть зрительских аплодисментов. И основная интрига мюзикла не в том, будут ли вместе мистер Икс и графиня Теодора. Публику беспокоит, как будет выполнен смертельный номер в исполнении главного героя. Нам аристократам вряд ли по плечу, жить пренебрегая мнением толпы, так достойно и так весело, как мы. И сегодня здесь любой аристократ, конечно, рад, что между нами нет преград. Будем веселиться, не жалейте, Иксен сегодня нас объединит. Пеликан, мне кажется, там под столом кто-то есть. Да потом посмотрите, что творится на вот том столе. Смотри, мне пора. Помните, что завтрашний выходной день обещали провести вместе со мной. Выходной вместе, это так чудесно. До завтра, Тони. До завтра. Сейчас по полной памяти.
еще.